автомобиль Lada Vesta, свежая, 2024 год выпуска, установили мультимедиа от компании TIS, модель CC2+, 9-дюймовая рамочка, стала довольно-таки идеальная, под цвет салона черный лак. Установили мультимедиа вместе с коншиной от компании TIS, модель CC2+, 4-гиговая на QLED дисплее. Также установлена сим-карта, мультируль подключили с помощью коншины. Все работает, все функционирует. Также у данного автомобиля есть джойстик управления, громкость, смена режимов. Все это успешно работает с помощью коншины. Дополнительно установили приложение Vesta Info, где отображаются ошибки, показывает вольтаж, показывает тахометр, и автомобиль показывает скорость, поворотники, если автомат показывает, какая передача, ну, стандартная информация по Vesta Info. Также установили камера заднего вида, да, 40-угольная, 170 градусов угол обзора с сониевской линзой. Магазин Android Auto, город Новороссийск.